Так, ребята, через дорогу от нашего отеля мы вот решили сходить посмотреть. Есть такой вот маркет. Сейчас пойдем посмотрим, что здесь продается. По пешеходному наземному переходу переходите, и он сразу через дорогу. Сзади метро. Ну, да, через метро. Смотрите, ребятки, какие машинки паркуются у нас. Чисто красный салон. Панорамная крыша. Порше. Обалдеть. Да тут не одна, но смотрите, какие красавцы. Форды стоят, Тойоты, Пыжухи. Все новенькие. Мы вот зашли на стоянку этого маркета. Сейчас заходим в маркет, посмотрим, что там. Двери открываются. Не раздвижные. Так. Это как Дубай Молл? Ну, не знаю, сейчас мы пройдем, посмотрим. Здесь вот такие вот художники рисуют. А вот Катя аптека, можно и тут посмотреть. Здесь тоже типа такого маркет. Типа мола. Но что-то все такое брендовое, крутое, я так понимаю. Так. Что такое художественное, такие подделки всякие разные. Ну тоже вот одежда есть. Сейчас будем спрашивать мыло. Тоже такой вот супермаркет. Carrefour называется. Йогурты. 3 дирхама. 5 дирхам. 2,45. Сейчас поищу молоко. Верблюжье. Но тоже его почему-то я не вижу. Ну вот оно, наверное, вот такое. Но это надо уточнять. Так. Яички десяток. 8,75 дирхам. Есть разные цены. 4,40. Видно от той стороны. От производителя. Перекусить. Так, вот и бытовая тоже химия. У нас закончилось мыло, и мы идем. Вот такие вот шампуни, вот как я пользуюсь. 28,60 дирхам, это примерно 8 долларов. С вами канал Мир путешествий и отдыха. Вова и Катя. Оставайтесь с нами. Так, ребята, снимать-то мне не разрешили. Кариф. Как он? Кариф правильно называется, да? Маркет. Карифор какой-то. Маркет Кариф. Ну, реально очень понравился. Мы как бы тоже вот затарились. На 60, на 69 с копейками. 69,25. Ну, мы вот пили зубную пасту. Мыло. Ну, по ценам так нормально. Даже мороженое получилось 2,5 доллара. 900 грамм? Да, 2,5 доллара. А так как у нас холодильник есть, вы представляете, какая разбежка. Что один шар 25 дирхам стоит. 7 долларов. Что? Нет, там полкилограмма, наверное, Катя. 900 грамм.
500, мне кажется, пол. Ну, мы сейчас придем домой, посмотрим. Так что, кто если будет в этом районе, то советуем метро «Финансовый центр» спускаться спиной, если Бурж-Халифу, с правой стороны. И вот этот маркет позади нас. А наш отель Emirates Grand Hotel, вот он перед вами, через дорогу, через метро по пешеходному наземному переходу перейти, и мы в отеле. И маркет этот вот здесь недалеко. Так, вот, ребята, что мы приобрели на $19. Это 69 дирхам. Это зубная паста, мыло, мороженое, точно 900 грамм. Не, 900 миллилитров, Кать. Это получается вот 800 грамм. 800 тут вроде написано. Ну да, почти килограмм, но получается оно обошлось 11,50 дирхам, это 3 с чем-то доллара за коробку. А за шарик берут в моле 25 дирхам. Так, хлеб. Чипс, потом наггетсы такие вот куриные, куриные ножки, две штуки, и фисташки, орешки, что сегодня будем пить пиво. Так что супермаркет отличный, можете пользоваться через дорогу от нашего отеля. И приготовили, можно сказать, такой домашний ужин. Это еще у нас салатик остался, кофе, хлеб, картошка. Это хорошо иметь все-таки апартаменты. Да. Правда. И все есть. И микроволновка. Просто классно. Да, потому что можно или разогреть, или что-нибудь приготовить, когда нет возможности или не успеваешь. Да, только что вот один еще минус, хотелось бы, наверное, сковородку. Да, сковородки почему-то нету, все приборы есть, а сковородки нету. Да, потому что мы сегодня креветки нашли, да, и можно да, было бы, да, хотелось в магазине бы и обжарить. Креветки. Ну. Мы можем спросить, в принципе, там внизу завтра. Ну да, кстати. Так что с вами был канал «Мир путешествий и отдыха». Вова. И Катя. Оставайтесь с нами. Дальше будет интереснее. Пока-пока.